80 вполне можно ехать. Снег мягкий, не мокрый. Изморози на трассе нет. Рызик очень интересуется жизнью в Канаде. Вот я его снимаю. Пусть приезжает, будем гробы делать. Он умеет все делать. Ну так ништяк, такие люди. Ой, очень затрагивает тему в этой семье. Потому что да, потому что если я покажу ему, как рисматься свои дизайны, он загорится и уйдет ко мне работать. Назовет Доберман. Как это? Доберман гробы. Доберман каскет аутлет. Зачем аутлет? Потому что аутлет для каскетов звучит круто, значит у тебя поток большой. Доберман каскет. Мы вас и прибьем, и похороним. One stop, one stop. Coffin Maker уже оприходовали этот бренд. Уже занято. Уже в Америке оперируют люди. Успешно, между прочим. Ну, кофемейкеры никогда не. Кофемейкеры. Я была в шоке, что мы вчера к этому так отнеслись слегка легко. Почему? Опять идем на обгон. Что делать? Мама, детка, что делать? Что поделать, мама, детка? Он уже мертв, правда, но тем не менее. Человек, который это говорил. Что? Нет, в смысле, а почему отнеслись? Потому что мы обсуждаем смерть друг друга так. Да, что в этом страшно? Она же... Просто я не понимаю. Неотвратимо обыкновенный момент. Даже очень обыкновенный. Наверное, обыкновеннее, чем все остальное. Гроб — это где части тебя ну продолжают... Ну да, родиться — это мирикл, а да. Смерть — это... Смерть — это южал, блядь, и все. Этот, как его называют? Гроб — это то место, где вы проведете части вас, ну, формально это.